Давайте знакомиться. Екатерина, привет. Привет. У тебя такие яркие волосы, они мне нравятся. О, спасибо, стараюсь. Скажи, у тебя есть талисманы, может быть, амулеты, которые тебе помогают в чем-то? Ну, вообще-то я сама себе помощник. Сама себе помощник? Да, я вообще человек суеверный, но вот как-то вот... То есть, если перебежит черная кошка, ты не пойдешь? Пойду, но уже с опасением. С опасением. Ну что, ты сегодня будешь выступать на нашем шоу, шоу талантов. Ты готова? Конечно, я всегда готова. 100%. Что ты будешь исполнять? 200. 200%, окей. Ну, свою песню «Мальдивы», авторская моя. Авторская песня, а музыка? Моя, текст мой, все мое, короче. Вот это талант! Ну что, вперед тогда, на нашу сцену. Вперед! Шоу талантов. Меня зовут Комарова Екатерина, город Орехово-Зуево, Подмосковье, 24 года. Я исполню свою авторскую песню под названием «Мальдивы». Давай оставим все дела и улетим туда, где будем мы с тобой вдвоем. И все мы скажем, что у нас с тобой простуда, да-да, а сами отдыхать махнем. Мне надоела эта сумасшедшая Москва, я в ней тону, спаси меня. Берем билеты, самолет, все будет чики-пок, гудба ненужная суета. Оу. Хочу с тобой я на Мальдивы, чтоб раствориться в тебе, любимый. Но понимая, что иначе я не могу, не могу, не могу. Но он сказал, что так давно мечтал куда-нибудь со мной рвануть. Чтоб ты меня не терял, ты даже денег занял, со мной ты захотел рискнуть. Ау! Хочу с тобой я на Мальдивы, чтоб раствориться в тебе, любимый. Но понимая, что иначе я не могу, не могу, не могу. Хочу с тобой я на Мальдивы, чтоб раствориться в тебе, любимый. Но понимаю, что иначе я не могу, не могу, не могу. Ты по уши в долгах, и все из-за меня. Мне захотелось на Мальдивы съездить, знаю я, что это так нахладно, но там не прохладно. Я очень так хочу туда, оу. Но ты меня так любишь и готов на все. Может, героем ты будешь, как в лучшем кино. И если ты пошел на это, знаю я о том, как я тебе так сильно дорога. Мы улетим так беззаботно и легко. Нам даже крылья не нужны, но знаю я одно. У нас все шоколадно. На-н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 а. Спасибо. Ну, ты в течение сейчас в модном, в стильном, и клево пишешь, и молодец. Кострома? И вообще, я народница по образованию, но вот так балуюсь, пишу эстраду, попсу. А где училась? В училище, в колледже, по вокалу, по народному. Нет, в Электростале. А, то есть и Кострома, Электросталь, Москва, везде. Да. Понятно. Вот. Народница. Я однозначно, да, человек профессионально идет. Ну, мне интересно, если честно, мне немножко потом стало скучновато, скучновато. Во второй ну, части у уже. У нее просто эта песня сделана вот в стиле сейчас такого течения есть сейчас, да, вот я просто слушаю. Нет, у меня есть полно других песен, абсолютно не похожих на эту. А, вот. А почему эту? Тебе нравится стиль вот как у «Елки», да? Такой? Мне нравится. Ну, нет, ну слышишь, что... «Елка», у меня тоже, немножко «Елка» у меня тоже «Елка» всплыла. Такое, да? Ну, это сейчас такое течение, сейчас его... Ну, я могу сказать свое наблюдение личное. Просто формат материала, скажем так, подходит, может быть, под более живое звучание. Коллектив какой-нибудь, да, то есть... Лайв какой-то. Лайв, да, то есть вот формат этой музыки, на мой взгляд, это больше лайв-музыка. Это больше рок, наверное, такой поп-рок. Ну, на мой взгляд. А так, конечно, да, поскольку вы пишете сами музыку, да, сами пишете тексты. Да, все на месте. Просто надо пробиваться. Надо, что я и делаю, так не спеша. Молодец, поэтому да, пробивайся. Спасибо. А какая-то банда есть своя или нет, которая играет, или какие-то концерты? Нет, я вообще сама по себе, и сама себе и педагог, сама себе
автор, исполнитель, то есть... Просто если есть какие-то ребята, которые смогут с вами играть, барабанщик там... Я была бы очень рада, но как-то... Пара гитаристов хотя бы, да, то есть клавишник, там, собрать банду, пускай она будет какого-то начального уровня, но вот этот живой звук, он даст, мне кажется, вашим песням жизнь дальнейшую какую-то. То есть можно будет выступать на концертах. Ну, на мой взгляд, песни интересные. Молодец. Припев клевый вообще. Да, про Мальдивы хорошо, чтобы раствориться в тебе, любимый. Смотри-ка, так сейчас идейку-то возьмем себе на ум. Да нет, шучу, я шучу. Очень классно. Все защищено. Молодец, правильно. Защищай все. Умница. Все спасибо. Общем, спасибо да. вам. Вам спасибо. Да. Молодец. Ну что, выступление уже за спиной, позади. Ты счастлива? Рассказывай. Конечно, счастлива. Ну и как-то вот жюри похвалили. Мне это придало прямо поток положительных эмоций и сил. Вы, наверное, зарядились друг от друга. Они зарядились от твоей музыки, от твоей песни. Да, они зарядились, кстати. Я была удивлена. Не, ну даже не то, что удивлена, просто вот очень приятно. Приятная атмосфера, приятная, да? Приятная атмосфера. Не, нет, нет вот этого, вот, как на других конкурсах, там ты трясешься, тебе, ты волнуешься. Наоборот, все довольно как бы здорово, супер вообще. Ну, практически ты пригласила еще участников, которые боятся участвовать, да, какой-то страх конечно, присутствует, а ты конечно. Говоришь, что это не страшно. И, наверное, легко, да, пройти во второй тур? Легко. Ну, тебе легко, кому-то бывает и не очень. Да, нет, но все равно никогда не стоит останавливаться, правильно же. Все время надо двигаться вперед, несмотря ни на что. Для достижения успеха все средства хороши, как говорится. Конечно. Я тебе желаю удачи. Спасибо, спасибо, будем стараться. И увидимся с тобой во втором туре. Конечно.